Смотри, где вот качок, сука. Я сейчас постараюсь его завалить. Билет к Киеву, билет! Это у тебя! Он сейчас тебя наебёт. Да он наебывает! Нихуя! А хуй меня туда сломать? Чё ты ебашься? Да ты там пойду, сука, сука! Заебал, пить! Просто поспорили, зайду ли я в женскую душу. Короче, нашли эту тему крутую, типа вот эти штуки, да? Ал-Акбар! Вы поняли, что вы... Как вы заметили, уже темнеет. Вот это у меня такое утро. Я, как обычно, до 5 утра сижу за монтажом и остальными приколюхами. Потом до 10-11 сплю и еду на работу. Сегодня позвонил Фил Марвин, кто знает. Это известные наши видеоблогеры. Доллар, пидорас, сука, растет, блядь, каждый день. Заебал уже. Извините за мат. В нашем блогове блогеров. Клип-гость Фил Марвин. Мазерфакер. А ебать! Всем привет, чуваки. Я не могу поднять своего... О, все, всем привет. Короче, решил сегодня прийти в барбершоп до Сани. Тут, чтобы меня подстригли, там, жопу побрили, яйца... Яички. Яички, да, ну яички обязательно. Вот, помыли меня. Вот. Ну, короче, пока дошли только до головы, пока только голова помыта, но скоро и яйца будут с жопой. Кто хочет, чтобы Филу побрили яйца, пишите в комментах, ставьте лайки. Соберем 1000 лайков, короче, Фил побреет, блядь. На камеру прям. Прям на камеру. Да? С какой мужчина, блядь? Как культурно люди не можем снимать. Короче, сегодня уже суббота, мы уже собрались всей тусовкой, будем ехать на эту мокрую дискотеку, или как она там. А и, короче, штрих? Господа что тут устроили. Что это за штрих? Кто он такой? Кто я такой? Нахуй ты нас снимаешься? Ой, блядь, мне что-то пиздец. Можешь поехать домой, пожалуйста? Нахуй ты мешаешь? Короче, они тут устроили батл этот, регби, или как на руках? Нет. И я хочу... Вы же там пишете, что я дрыщ, ёбаный, да? Паша, для смотрите, тебя! Смотрите, качок. Не вспомни сюда. Своего друга! Смотрите, ой. Вот качок, сука. Я сейчас постараюсь его завалить. Ты держаться будешь? Я руку достраиваюсь. Да. Расслабьте. Дальше это. Давай, вот так сначала. Да, сначала локоть поднял, да. Армрестлинг! Раз. Расслабьте. А провинция? Раз, два, три. А билет к Киеву, билет! Это у тебя! Нихуя себе исполняет! Он наебал меня, сука! Он наебал, так нечестно! Давай с тобой, давай с тобой! Я хочу скачком! Я хочу скачком! Я хочу скачком! Если бы это обычно, я качок, я потом буду рукой. Это единственный человек, который увидит, что меня на видео положит в армрестлинг. Я сейчас никто мне, кроме Фила, и него не положит. Автобасюка, рука, очень легко. Ему головой. Тримай, тримай, ты кто себе руки вот так, чтобы свободно было. Стоять нахуй. Раз, сука, держать. Раз, два, три. Он сейчас тебя наебет. Да блять, он 40 кг на банке. Ладно, давай на левую. Может ты левой не дрочишь, я не знаю просто. Стой, то, блядь, короче, ты лучше не дергайся. Дверь, это очень свободно, это все. Все, тихо. Раз, пять. Раз, два, три. Вот сука. Что с грустного, пацан? Походу, совесть твоя. Давай, качок. О, ты даже... О, езал. На, сука. Еби мне жопу. Давай, еби тебе жопу. А потом я тебя. Давай. Дай мне нахуй заебал. Короче, ты просто не спеши, потому что он меня наёб. Кто наёб? Он наёб? Да. Ну я же не правша, ты овы, сейчас подожди. Да, раз, два, три. Ты же не положил же. Да он наёб.
Нихуя он качает! На левую давай, сука! На левую меня сломай! Давай! Да не, он, сука, сильный, ну блядь. А хули он банки качает? Просто так, блядь, что ли? Чувак, он 100 килограмм вот так. Я 180 тяну. Заходи в этот нему, добавляйся в инстаграм. Давай! А чё, мальчик, девочка поёт? Чтобы ты зашёл. Чё? Давай! Логи по качеству всё нормально, приятно смотреть. Раз, два, три. Пиздец. О, это сила. Когда он их обожает. Ну вот как. Артур, нахуй ты меня выиграл! Я тебя тобой! А, ты вообще видно так дурь! Нет, не пускай, давай с тобой! Я вам просто... Не, нихуя ты не пашешь, спросите силы подписчика найти. Вот это бык, блядь, сука! Сейчас банки покажут! Ооо! Посмотри на его банки! Посмотри на его банки! Просто глянь на его банки! И ты меня хуй, блядь! Ты хочешь у меня хуй, блядь! Дальше стань. Надо давай. Раз, я знаю. Два, три. Это жесткий красавчик. Да, блядь, хуйня. Я тоже хочу. Вы так у меня запустили. Я там и ты руку ломаешь. Давай на левую, Саня. Ты руки ломаешь. Чувак, я руколом. Ебать, я грудную потянул нахуй здесь. Сейчас. Как-то так. Лёня, нахуй руку ебать. Лёня, снимай кофту. Раз, два, три. Да я голый буду, нахуй. Ах, ты наёбщик! Ты голый будет, нахуй, что смысл? Тут, блядь, можно сразу бояться. Наёбщик, блядь. Да ну, пиздец. Давай, разве... Саша, твои комментарии. Да ну, нахуй, блядь. Саша, ты меня вообще порешать, ну давай. Давай, давай, снимай. Давай, снимай. Да? Давай, чёрный, держи. Ручку не обладать. Давайте. Раз, два, три. Ебать! Потели, пацаны, жопик потели. Сука, так он руку выламывает, смотри. Да, смотрите, как я время выламываю. Не, с тобой не буду, давай на левую. Я с левой был ебанутый просто. Давай. Левая я не трачу, ты можешь выиграть. Давай. Раз, два. Сука. А хуй меня туда сломать? Ты меня сломать? Я тебе еще помогаю, сука! А ты меня положи и хотел! Я трачу обеих. Гаврилюк! Гаврилюк! Я дам просто срать. Пацан. Слушай, это было важно. Это было круче, чем если бы ты запрыгнул. Давай, четко ебашься. Ебашь четко. Четко ебашься. Да ты там пойдем, сахар, сука. Заебал, блин. Это долбой. Тебе пизда, пацан. Тебе пизда. Ты дебил. Свят во имя Отца и Сына и Святого Духа. Какой это нахуй? Загримировали. Ох, у меня аж дым пошел. Ай, бать! Ну что, короче, мы пробрались в тусу. И пацанов, короче, забрали газовые баллончики. А папа вот так фокусом в руках пронес вот такую вещь. Я 7 класса ножу с ножом. И я уже научен. Когда в руку берешь, никто когда не знает, что это нож. Йоу! Ну что, мы, короче, переоделись там. Или закрыла, блядь. Фил еле закрыла свой шкафчик. Смотрите во влоге Фила, как мы ебались со шкафчиком. Короче, мы уже идем минут 7, наверное. Никак не дойдем. Становится все жарче и жарче. О, я уже слышу музыку. Красная. У меня даже ногти, сука, пекут от этой хлорки. И плюс то, что там темно, ни хрена не поснимаешь. Пойдем попробуем на этих кайтах или как вот это. Короче, нашли эту тему крутую, типа вот эти штуки, да?
Вы поняли, что вы... Пил, пил огонь! А торчик... Уже лучше. Еще 5 раз, давай. И потом. Давай. А, как бар. Сука, не все, как мне улетели. Но оно того стоит, поверьте. Что ты сейчас довыебываешь, сука? Тупо две свинки Пеппы. Тихо. Так а что, в раздевалку, блин? Да, пацаны, раздевалочка. Бать, я всегда хотел такие скутеры. Я, блядь... Да мне-то плохо, людям. Сука! Ёбка, блядь. Потерял бдительность. Хорошо, у тебя усы-то скажи, ты просто блядь. Я поздоровался просто. Мы просто поспорили, зайду ли я в женскую душевую. Мы поспорили на 100 долларов, зайду я в женскую душевую. 100 баксов твои. Да, за 200 баксов сиськи показать. У меня сиськи. Да, за 200 кубов подсадок. Девушка, девушка. Я красивая, можно с вами познакомиться, девушка. Все, я сбежал, блядь. Я не выдержал эту хлорку, ну его нахуй, этот пьяный нахуй лишь. Но зато у меня есть улов. Юху, бабские трусики. Все, пока.